про уход близкого человека. Мы все живые люди, и такое может случиться с каждым из нас, с кем-то раньше, с кем-то позже. И часто люди, которые теряют своих родственников или любимых, человек просто вот умирает. Там в 40 лет мне пишет женщина, что муж умер, и она в полной растерянности вообще, что делать. То есть как она могла помочь, что она могла сделать, что она ему сказала или недосказала. Это самые важные вещи, которыми озабочены вот люди, которые остаются. И что мы должны знать, это то, что это не наша вина, и не в наших силах распоряжаться судьбой другого человека. Это для того, чтобы мы не винили. Что я могла сделать, чтобы он остался жить? Все, что ты могла, наверное, ты сделала, но мы не вправе распоряжаться судьбой другого человека. Это нужно просто принять, что есть что-то, то, что нам под силам, а есть то, что мы не... Единственное, что мы можем делать, это когда мы живем, сказать нашим близким и любимым: «Я тебя люблю». Чаще подмечать что-то хорошее, что ты видишь в человеке. Просто пока мы живы, ценить друг друга. И не только знать это внутри, но еще и говорить словами: «Я тебя люблю, ты мне важен, ты так классно это сделал», для того, чтобы потом не было вот таких сожалений. Подписывайся на мой канал, у меня все про развитие, будет интересно.